Чебоксарах прошли открытые соревнования по легкой атлетике среди школьников и учащихся техникумов на призы спортивного клуба «Юрат». Сильным и здоровым дождь не помеха. Во всяком случае, спортивного пыла он не остудил. Около 130 спортсменов несколько часов бились за награды. Соревнования, как и многие события этого мая, посвятили 70-летию Победы. Однако это не разовая акция, а часть полномерной работы по вовлечению молодежи в здоровый образ жизни. 2 года назад мы организовали спортивный клуб «Юрат», поддерживаем молодых спортсменов Чувашской республики. И вот, значит, пытаемся, значит, с молодого поколения, прямо среди школьников, проводим вот эти соревнования. Тут и эстафета, и забег на 800 метров. Все школы, которые изъявили желание, они приняли участие. Жаль, что дождь разогнал болельщиков. Соревнования проходили при пустых трибунах. Но отсутствие зрителей не помешало спортсменам проявить себя. Среди сборных 10-11 классов победителем стала Новочебоксарская школа номер 3. В младшей группе победу одержала команда 22-й Чебоксарской школы.